Ну что, дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня я хотела поделиться рецептом бабушки Стаса, рецептом соленых огурцов. Я люблю и маринованные, и соленые, но бабушка делает только соленые. Эту баночку я делала пару дней назад, и сейчас хочу поделиться с вами, как и обещала, в отдельном видео, какой рецепт. Рецепт очень простой. Главное, чтобы, конечно, был пес рядом. Смотри-ка. Двигайся. Ну, двигайся, солнышко. Так как мы сейчас живем за городом, на даче, у нас тут есть все нужные ингредиенты. Бабушка вот мне дала огурцы. Огурцов много. Для соленых огурцов на 3-литровую банку нам понадобится 3 столовые ложки соли. Чесночок, это по вашему вкусу, мы любим побольше, чтобы было. Самое главное, это, конечно, листья смородины. Их можно прям много, не жалеть. Укроп. Допустим, моя бабушка, она срывала только вот такие шляпки. Бабушка Стаса, Людмила, она срывает полностью, то есть вместе с стеблем. И еще нам нужен хрен. У нас с хреном небольшие проблемы, так как тут появились всякие жучки, которые его пожиракали. Хрена на 3-литровую банку я беру вот столько. Я отложила пару листочков смородины, которые мы будем класть сверху. А теперь все вот это вот, то, что я насобирала, я буду класть вниз в 3-литровую банку. И чесночок будем тоже класть потихонечку. Чуть-чуть чесночка. Какой аромат. Теперь мы должны очень аккуратненько, желательно прям плотно-плотно. Вот здесь, видите, у меня не совсем получилось. Они начали немножко у меня падать. Все-таки было место для огурцов, но у меня огурцов уже не было. Ну, их обычно укладывают стоя. Жопки отрезать не обязательно. Первый ряд я уложила достаточно плотно. Теперь беру остатки чеснока. Ну, в любом случае он упадет. Продолжаем выкладывать ряд. В общем, верхний слой уложить вертикально не получилось. Уложила все огурцы вот таким образом. Так, теперь мы просто аккуратненько высыпаем соль. Добавляем водичку. Теперь мы заполняем полностью банку водой. Все, водой я залила. Крышкой я просто прикрываю, чтобы там никакие там мошки не садились. Главное не закрывать ее, потому что рассол будет бродить. Пена, которая тут будет образовываться, я ее обычно снимаю. И через 3 дня мы будем этот рассол кипятить. Но об этом уже чуть позже. Все, оставляем на 3 дня. Через 3 дня я кипячу получившийся рассол, обязательно снимаю пену и после выливаю обратно в огурцы и закрываю плотно крышкой. Вот, посмотрите, сколько баночек я уже сделала. Единственный момент по поводу соли. Хотела уточнить. В рецепте указано 3 столовые ложки соли. Но если у вас небольшие столовые ложки, то берем с хорошей горкой, либо просто 4 плотные ложки соли. Все, всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых видео.